получается, вот возвращаясь как бы к тому, что в Дубае создана маркетинговая компания, что Дубай — это, ну, одно из таких мест, которое имеет определенный международный статус, пользуется определенным авторитетом, и с точки зрения того, чтобы туда приходил клиент, оно более выигрышно смотрится. А в этой цепочке тогда вот компания Unitsky String Technologies, она какую роль выполняет и как это вообще выстроено? То есть приходит заказчик в дубайскую компанию, а дубайская компания дальше что делает? Нет, так, Zastrom Technologies — это инженерная компания, она должна проектировать, разрабатывать, а не платить дивиденды, не собирать прибыль и так далее. Поэтому, естественно, не таким образом надо выстраивать концепцию бизнеса. Поэтому в группе компаний сюда не входят инвестиционные компании, которые фонды. Надо путать. Есть только те компании, которые занимаются проектированием, изготовлением, строительством, исследованием, наукой в области струнной технологии, но не привлечением инвестиций. Это очень важно. Это вне ГО, это не вход в нашу группу компаний. То есть в группу компаний Юницкого входят только те компании, которые занимаются наукой, разработкой, проектированием. Да, совершенствованием. Угу. Мы же уже выходим на новое поколение, мы же сейчас уже наступили, у нас пятое поколение. И фактически на рынок мы выйдем с пятым поколением. Не с тем, что у нас есть, а гораздо лучше все. А здесь мы отработали элементы и так далее. И поэтому мы уже, когда берем работу с заказчиками, говорим, что там будет уже лучше, чем то, что есть, и дешевле. Да? То есть мы же лучше, быстрее, качественнее и дешевле, а не дороже. У меня такой критерий, такой подход, да? Но в то же время заказчик может уже сейчас приехать сюда, конечно, в Беларусь, либо в Шарджу. Нет, так у меня такой аргумент. Там несколько лет назад мне говорили, когда показывал картинки, да, это же невозможно сделать. Мне все говорили, ты не соберешь конструкторов, не соберешь проектировщиков, не даешь финансирования. Ты футуролог, это все сказки, ты никогда этого не сделаешь. Ну, не верили. Но сейчас-то поверили. Все работает. Несмотря на преследование, как, допустим, в Литве, там, несмотря на форс-мажоры, несмотря на сбои с финансированием, потому что мы так и не зафинансировали все же этапы. Ни один этап не был профинансирован в полном объеме. Но мы сделали больше, чем в этих этапах было определено. Поэтому вот надо вот это все вместе, ну, весь комплекс учитывать. И это же мои обязательства перед инвесторами. Я говорю, что инвесторы мне поверили. И нашим конструкторам-прижевочкам. Если мы облажаемся и не так сделаем, вы уйдете. Есть... Я никуда не уйду. Я несу ответственность за все это. Так? И поэтому делайте это, как я говорю, а не как вы хотите или как вы думаете. Да? В том числе, как потом выйти на серьезный на бизнес, да, на серьезные доходы, на серьезные дивиденды. Поэтому создается холдинг, группа компаний, которая вот эту функцию выполнит. И у каждой компании своя задача, своя часть этих функций. У инженерной компании за основные технологии как раз вот функция проектировать. Да? Поэтому по любым проектам, которые мы будем делать, заказ, проектной работы, деньги поступят за основную технологию. Но не поступят для того, чтобы оплатить содержание конструкторов, проектировщиков, там, офисы и так далее, производство, вот на этой функции, а не платить дивиденды. Дивиденды будут платиться, оплачиваться другой компании, которая входит в группу компаний. Та, которая, собственно, будет заказывать, которая будет заниматься маркетингом, которая будет аккумулировать деньги, которые не заберут, не обложат налогами, и с которой откуда можно платить любую страну, любому инвестору без проблем. Да? Поэтому вот и только вот в Эмиратах, ну, три компании, которые работают сейчас. Мы не обязательно, то есть, говорим, как они работают, но они есть, они работают, они выполняют свою функцию. И когда надо будет, мы покажем, что они сделали. Да? Поэтому не все видно в аудите за автонетинологию, на то, что происходит в группе компаний. Но, естественно, каждая компания тоже проходит аудит в той стране, в которой она есть. Ну, по крайней мере, ту часть, которая касается оплаты за проектную работу, ее будет видно. Конечно, конечно. Слушайте, мне здесь кажется, здесь еще, если я ошибаюсь, поправьте, пожалуйста, два важных вывода здесь напрашиваются. Первое — это то, что не вся работа
по созданию струнного транспорта сводится к деятельности, по созданию и продвижению струнного транспорта сводится к деятельности зала струнной технологии. Это первый вывод. А второй вывод, который напрашивается, он о том, что, допустим, выплата дивидендов, которых так ждут инвесторы струнных технологий, не струнных технологий как компании, а струнных технологий как струнного технологии. Транспорта, да, то выплата дивидендов, в общем-то, не зависит от того, когда и каким образом инжиниринговая компания выйдет на самоокупаемость. Нет, абсолютно. Абсолютно не зависит. Заостренные технологии могут убыточны быть, и дивиденды будут платиться. За счет тех проектов, которые... Конечно, да. Поэтому, естественно, мы не будем допускать, что она была убыточная, потому что надо же развиваться и работать. Так? Независимо одно от другого, и даже, ну, образно говоря, конечно, этого не будет, но даже если будут заостренные технологии убыточные, на убыточном предприятии, то не значит, что не надо платить дивиденды, потому что мы строим проекты, реализуем проекты по всему миру. Есть компании, которые эти проекты продают, они за основные технологии. То, естественно, они должны платить дивиденды. Со своей прибыли получается. Естественно, да. И поэтому надо быть там, где нет налогов на прибыль. Угу. Также, да? Там, где ты можешь легко осуществить платежи без проблем, без согласования там, с банком или еще с кем-то там. Да? Не надо думать, что сейчас так просто выплатить деньги сейчас. Нет, сейчас столько преград для этого. Да? Поэтому выбираем локации для создания вот некоторых компаний так, чтобы там было удобно работать. Чтобы это был не офшор, потому что к офшорам плохо относятся, а там, где, можно сказать, белый офшор, где, ну, законодательство практически такое же, как в офшорах, но это не офшор. И вот такой стране относится, например, Объединенные Арабские Эмираты. Да даже НДС там всего лишь 5% налог с оборота, все. Нет на налога на зарплату, нет налога на прибыль, вообще нет. Ну, таким образом, они с точки зрения инвестиционной привлекательности очень, конечно, выигрывают. Да, конечно. А все-таки проект по созданию струнного транспортного комплекса – это инвестиционный проект в любом случае? Безусловно, потому что есть инвесторы. Надо о них помнить и любить, и лелеять, так сказать, и выполнять свои обязательства по отношению к ним. Ну и в любом случае, мы будем надеяться, что в следующем году мы уже сможем объявить о тех проектах, о которых вы сейчас сказали. Да, более того, мы можем и выйти даже на дивиденд. Я не могу зарекаться, но не от меня зависит все. Я думал, в этом году мы больше контрактов подпишем и более серьезных, да. Ну вот то, что происходит в мире, оно отодвигает. Но если мы не можем даже, если страну, где мы вот работаем, закрывают, просто закрывают, туда нельзя даже въехать, выехать. Да. То есть нельзя провести переговоры, нельзя посмотреть на местности и все это, да. Нельзя встретиться в правительстве. Они не могут к нам выехать, чтобы переговорить, увидеть, что мы делаем, да. Ну как можно, какие контракты? Ну а зачастую они просто не хотят платить деньги, прежде чем они не увидят то, как работает транспортная система. Подожди, а кто будет платить деньги, не увидев? Ты купишь товар, не глядя? Наверное, самый простой, самый дешевый товар. Что, только по картинке, что ли? Ну, так же никто не покупает. Даже автомобиль, который, извини, мне стоит там 20-30 тысяч долларов или там 50, ты приходишь и всякие садишься, смотришь. Либо смотришь у соседа, или у кого-то, у друга, да, такой же автомобиль. Ну, наш проект нельзя где-то посмотреть, только у нас. И только здесь можно прокатиться. Понимаете? И неважно, здесь или в Эмиратах, но в Эмиратах, если страна закрыта, и туда же нельзя выехать. Ну, я знаю, что вот то, что вы рассказываете, это прям случай из практики. В этом году из-за локдаунов у нас такие проблемы вот именно и возникали, когда клиент не мог приехать просто. А это значит, что финальный вот этап срывался. Даже вот по одному из вот этих контрактов они должны были перечислить там 3 миллиона долларов, но не смогли это сделать. Надеемся, что они до конца года смогут это сделать, но не факт. И вот как раз из-за вот этого коронабесия и то, что локдауны и закрывают целые страны. Это по этой причине. Понятно. Ну, тут, значит, тогда, чтобы закруглить эту тему, я думаю, что можно обозначить, наверное, что вы имеете в виду, что те контракты, о которых сейчас идет речь, это, скажем так, первый этап коммерческой реализации контракта. Да. Первый, второй. Да, и есть уже то, что очень близко к заключению контрактов. И опять же, эта работа, ну, ведется уже много лет. Вот я даже могу привести пример с Дубаем. Вообще соглашение с Дубайским департаментом транспорта, ну, Министерством транспорта, да, мы подписали еще в 2019 году.
они рассматривают нас как нашу технологию, как сеть дорог последней мили, так называемая, в Дубае, которую могут соединить разные районы города с метро. То, что называется SkyPod. Да, ну они назвали это SkyPod, да. И наша машинка даже с нашего разрешения написали это. Это же Дубайский департамент транспорта сделал. Написал. Все рендеры, все презентации. Да, где там и шейх Дубая селфи делал своим наследником и так далее. Ну, это и есть в интернете, да. Так вот, мы подписали в 2019 году, но ты не знаешь, что мы сразу должны бежать и подписывать контракты. Это не так делается. Хотя они подписали соглашение с ними. Да? Содержание я не могу говорить, потому что там есть. Там есть раздел о конфиденциальности, так, но такое есть соглашение. Star Club. Возможности безграничны.